Здравствуйте! Вы на канале Ягодный Грибалов. И сегодня у нас первый день зимы, с чем я вас всех и поздравляю. 1 декабря 2020 года. У нас продолжается потепление, снега нет, а грибы есть. Я пришла за грибами в лес, и вот у нас продолжает расти калибия масляная. Причем очень хорошие грибы, свежий. Видите, снежок сегодня начал падать. Вот грибы в снегу, в маленьких снежинках. Собираем калибию масляную. Вместе с калибией попадается, это у нас чешуйчатка клейкая. Вот это уже второй экземпляр, который я нашла. Посмотрите, тоже свежий, пластинки светлые. Грибы эти мне очень понравились, поэтому я их буду брать. Видимо, кто-то до меня уже прошелся. Попадаются грибы, вот чешуйчатка клейкая, сорванные и перевернутые. Грибы хорошие на вид, люди их рвут, но потом все-таки не знают и оставляют. Конечно, лучше бы, если бы они раз не знают, вообще не рвали. Их бы сорвала бы я. Ну, чешуйчатки, я вам скажу, что попадается очень даже много. Уже она, конечно, помороженная, но ничего страшного, грибы хорошие. Посмотрите, отличные экземпляры. Корзиночка моя наполняется. Вот еще тоже, это все чешуйчатка. Мы ее будем брать, потому что, посмотрите, грибы хорошие, отличные. А калибию я буду собирать сегодня своей племяннице, потому что она у меня заболела этой нехорошей болезнью вместе с мамой. Сидят они дома, естественно, вызвали врача. Но болезнь протекает в легкой форме, температуры уже нет, им даже не выписывали антибиотики. Ирочка, Юля, поправляйтесь скорее. Выздоравливайте и пойдем снова в лес. Очень Ира хочет выехать. Погода замечательная, а она вот болеет. Поэтому решила этот сбор весь отдать им. Ну, кроме чешуйчатки. И пока что они не хотят эти грибы кушать. Вот, не хотят пробовать. Поэтому буду собирать им калибию. Калибии очень много. Гриб для них тоже новый. В этом году все-таки решились они попробовать. Убедила я их, что я эти грибы собираю несколько лет. Знаю их хорошо. Ну, в общем-то, они, конечно, почитали в интернете про них. Доверяй, как говорится, но проверяй. И согласились. И понравились им. Очень даже понравились. Поэтому калибию, Ирочка, Юля, собираю вам, сегодня привезу. Конечно, привезу, оставлю под дверью, позвоню и уйду. И пожелаю им здоровья с первого этажа. Ну, ничего страшного. Главное, все уже позади, температуры уже нет. Все хорошо. Ну, а мы собираем грибочки. Друзья мои, удивительно, в этом лесу первый раз нахожу гиграфор. Гиграфор поздний. И то, не заметила сразу и раздавила. Оказывается, и здесь эти грибочки есть. Первый раз их здесь нахожу. В основном всегда в молоднике, в сосновом молоднике. А это вот у нас сосновый лес. Да, конечно, это гиграфор. Видимо, не одна я на них наступила. О, прекрасно. Буду теперь ходить внимательнее. Значит, и здесь надо поискать. Они обычно растут большими кучками в одном месте. Надо смотреть. Посмотрите, какую прекрасную семейку я нашла. Здесь и маленькие есть. И вот в траве прячется. Вот. И вот. Еще поляночка. Кто-то тоже прошел, видите, сорвал и бросил. Очень много здесь таких грибов, сорванных и брошенных.
Не знаю, может быть, еще червивые попадаются, несмотря на заморозки и на холод. Все-таки червячки знают свое дело. Точат грибы потихоньку. Колибри, конечно, небольшие грибочки. И увариваются они, я вам скажу, почти в 3 раза. Да не почти, а даже в 3 раза. Но с другой стороны, собирать их легко тем, что они растут вот такими большими семейками. И на одном месте можно собрать, в общем-то, сразу, видите, большое количество. Эти грибы можно жарить, мариновать, солить, готовить из них первые блюда. Очень вкусно, кстати, мне очень нравится. Даже грибы резать не нужно, они получаются такие маленькие грибочки в супе. Очень вкусно. Также у меня есть на канале, я вот готовила их и мариновала быстрым способом. Для хранения еще у меня нет на канале, но я думаю, если еще получится выбраться и я соберу грибы, то обязательно покажу рецепт, как их мариновать уже на зиму, чтобы они постояли. Любым способом можно их мариновать. Видите, грибы, которые находятся под сосновыми иголками, оттаивают сильно и становятся очень мягкими. Брать такие не очень приятно, поэтому брать их и не будем. Соберем другие. Они сейчас немножко морозовые, твердые грибочки. Грибы, как вы видите, вот все хорошие, отличные. Соберем. Вот светленькие пластиночки, ножки, все отлично. Этот вот, видимо, замерз, потом оттаял, потом замерз и получился слишком мягкий стал. Ну, ничего страшного. Других грибов очень много. Даже не заметила, тоже мягкие грибы. Посмотрите, вот они хорошие, но, видимо, оттаивали, замерзали. И получились, что вот слишком мягкие. Будем собирать, что есть. А есть еще очень-очень много. А вот целая поляна мне попалась чешуйчатки. Чешуйчатки клейкой. Вместе с колибрией. Вот. Вот прячется. Это у нас колибрия. Причем очень даже хороший экземпляр. И вот, посмотрите, еще сколько. Вот она. Вот. И колибрия прекрасная. Экземпляры очень хорошие. Эти как прячутся, даже их вот не сразу заметишь. И вот еще. Во, о, ну тут, ой, и наступить страшно. Посмотрите, сколько много. Сколько много я нашла чешуйчатки. Отлично. Сейчас пройдем. И вот в траве у нас это все тоже чешуйчатка. Очень много ее. О. Сейчас будем все будем собирать. У меня получится, что чешуйчатки будет больше, чем колибри. Так. И здесь еще даже продолжается. И здесь. О, смотрите, и вот еще. О, прекрасно, прекрасно. Отлично. Хотелось бы еще найти зонтик. Посмотрим, может быть, и удастся. Было бы отлично. А я буду собирать с этой грибной поляны. Грибочки меня прям окружают. Посмотрите, и вот, и вот, и вот. Но я решила сделать остановку. Уже немножко стало подмерзать. И руки подмерзают. Поэтому хочу попить чайку. И оставить гостинца, естественно, лесовичку. Потому что он так нас щедро одаряет грибами.
Посмотрите, чешуйчатки у меня уже полная корзинка. Маленькая, но все равно. И здесь у меня уже грибочков набирается. Не знаю, полную успею набрать или нет, но я думаю, что пол корзины наберу точно. А сейчас пока попьем чайку. Я завариваю в лес. И вообще сейчас завариваю шиповник, каркаде и имбирь. В этом напитке очень много содержится витамина С. Это как раз тот витамин, который сейчас надо употреблять и как можно больше. Для того, чтобы обезопасить себя от всяких вирусных заболеваний, инфекций. Ну а в случае заболевания, чтобы эта инфекция протекала в более легкой форме. Поэтому предлагаю всем присоединиться ко мне и попить немножко чайку. Чай горячий. Минутку, пока он остынет. Даже видно, как пар идет. Пока он остынет, я срежу грибочки, которые у меня тут рядом со мной. Вот они, красавцы. Издалека привлекло меня такое оранжевое пятнышко с грибами. Подошла, а это, оказывается, попадается гимнопил сосновый. Несъедобные грибы. Чем-то, если издалека, то на лисичку похоже. Гимнопил сосновый. Такие вот грибочки тоже еще есть. Допиваю свой чаек, а это оставлю гостинец лесовичку. Так как у меня яблочка нет, оставляю печенье. А печенье по одному не оставляют. И два тоже не дают. Поэтому оставляем три штучки. Приятного аппетита лесовичку. Ну вот и все. На этих прекрасных экземплярах колибри масляной. Шикарные экземпляры. Заканчиваю свой грибной поход. Уже много времени и надо ехать. 1 декабря, первый день зимы, мы встретили с полными корзинками грибов. Чешуйчатка клейкая и колибри масляная. Как вы видите, грибы хорошие, свежие, крупные. В общем, отличные. Я довольна сегодняшним сбором. Собираю последние грибочки и ухожу. Спасибо этому лесу. Ирочка, Юля, Варечка, еду к вам. Встречайте. А со всеми прощаюсь. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.